Жаночая сборная Беларуси по гандболе собралась на вучебно-тренировочный сбор. Под кравництвом Томаша Чатера девчины рыхтуются до квалификационного турниру чемпионату света 2019 года, який с 23 по 25 листопада пройдет у Греции. Супрацьстоять белорусской команде будут сборные Италии, Португалии и Греции. У палаце спорту Уруча працуют 18 гандболисток. Гандбольный клуб Гомель делегировал у нацкоманду 6 спортсменок. Это крайне Кристина Храменко, Ирина Дронова и Наталья Котина, линейная Ирина Мокот и Виктория Шамановская, а так само паусредняя Катерина Селицкая. 28 и 29 вересня белоруски проведут два товарищеские поединки со сборной Украины. На финальную участку чемпионату света отправятся переможцы групп, а так само лепшая команда, якая заняла другое место у своим квартете.